Ракета стартовала с космодрома «Восточный». Специалисты приступили уже к поискам отделившихся частей. Изменения с 1 февраля. МФЦ теперь обязаны выдавать загранпаспорта нового поколения. Очередной рейд на дорогах столицы. Водителей-нелегалов проверяет ГИБДД Якутска. В прямом эфире выпуск информационной программы «Якутия-24» в студии Влад Давыдов. С космодрома «Восточный» сегодня стартовала ракета-носитель «Союз-21А» с 11 спутниками. Две группы специалистов службы спасения Якутии совместно с представителями регионального министерства охраны природы и Роскосмоса приступили к поискам отделившихся частей ракеты-носителя «Союз-21А» в Вилюйском и Алданском районах. Как сообщили в службе спасения, наблюдательный радар зафиксировал координаты 7 точек приземления фрагментов. В операции задействован вертолет и беспилотные аппараты. Примерно через 10 минут после запуска мы видели фрагмент падения второй ступени, а также слышали 6-8 хлопков, напоминающих грохот грома. По словам специалистов, по радару Антона Предко после падения второй ступени радар обнаружили 7 мелких частиц отделяемой части. На данный момент специалисты госкорпорации «Космос», а также органы местных властей производят измерение радиационного фона и уже берут первые пробы после падения. Тем временем специалисты Роскосмоса накануне развернули базовые лагеря в Якутии, в Амурской области. Они установили радары, проводят осмотр районов падения и подготовительные работы. Одна из групп разбила лагерь в Алданском районе. Там ожидают приземления створки головного обтекателя. Другая работает в Вилюйском районе. Они примут фрагмент центрального блока. Специалисты проведут послепусковое и экологическое обследование, поиск и эвакуацию отделяющихся частей. К другим новостям, многодетные семьи, которые живут на Дальнем Востоке, смогут летать по льготным тарифам. Глава Минвостокразвития Александр Галушко заявил, что планируется освободить многодетные семьи от налога на добавленную стоимость. Изменения в законодательство внесут до 1 марта. Кроме того, глава ведомства отметил, что на авиаперевозке на Дальний Восток действуют так называемые «плоские тарифы». В прошлом году авиакомпания «Аэрофлот» перевезла по этому тарифу 1,5 миллиона пассажиров. В этом году к ней присоединилась и авиакомпания «Россия». И это позволит еще примерно 900 тысячам людей воспользоваться этими условиями. С 1 февраля нововведения коснулись и многофункциональных центров «Мои документы». МФЦ, обязанная выдавать теперь загранпаспорта нового поколения. Эту госуслугу должен обязательно предоставлять хотя бы один центр в городе с численностью населения более 100 тысяч человек, а в Якутске центр «Мои документы» также расширил перечень услуг. С начала года офисы центра работают в усиленном режиме, поток клиентов в разы увеличился. По принципу одного окна теперь работают Росреестр и Министерство внутренних дел. Какие еще обновления ожидают центр и справляются ли они с нагрузкой, материале Саргаланы Захаровой. Головной офис многофункционального центра сегодня похож больше на зал ожидания. Десятки людей, ожидающих вызова, табло с номерами, окон приема и даже торговые точки. Поток клиентов с нового года увеличился в 2, а то и в 3 раза, говорят сотрудники офиса. В ведение центра перешли функции Росреестра и Министерства внутренних дел. Поток заявителей у нас, помимо этого, увеличился по услугам Министерства внутренних дел. Значительное увеличение в 3 раза, в частности, идет поток на замену паспортов граждан Российской Федерации. Заявители также много обращаются по услугам Министерства труда на переоформление ежемесячных пособий на детей. Помимо этого, с 1 февраля текущего года планируется внедрение услуги Министерства внутренних дел по выдаче заграничных паспортов нового образца. Эта услуга будет организована непосредственно в головном офисе нашего центра. Это на Амосова, 18, города Якутска. Также с 31 января начались приемы заявлений от граждан для голосования на предстоящих выборах президента страны вне своего избирательного участка. Несмотря на то, что теперь ожидать консультацию специалистов людям приходится чуть дольше, большинство клиентов относятся к этому с пониманием. Более того, отмечают, что даже сейчас все документы проще, чем это было раньше. Легче стало, намного легче, ну, чтобы очередь быстро прошла бы.
и там надо много компьютеров поставить. А я услуга у меня на строительство. После Нового года вроде поменялось уже, и побольше стало. А до этого вот я приходила, мне вообще быстро делали. А нет, не смущает, потому что город разрастается, людей больше стало. К такому наплыву людей были готовы, уверяют работники центра. Еще в прошлом году увеличили количество специалистов, а в будущем планируют открыть еще одно подразделение. В нем будут вести прием в 27 окнах. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Якутск переходит на раздельный сбор мусора. Это касается всех предприятий, учреждений, школ и детских садов. В специально отведенном месте будет идти сбор макулатуры, пластиковых отходов и целлофановой пленки. Согласно распоряжению, в месячный срок организации назначат ответственного сотрудника за раздельный сбор отходов, утвердят также график сбора и вывоза макулатуры и сдадут собранное специализированным организациям, занимающимся сбором вторичного сырья. Дополнительно будут организованы объекты переработки отходов. Есть определенное количество у нас предприятий, которые занимаются переработкой отходов. Но все равно у нас, с учетом нашей, это все будет в центральных, да, допустим, ЛУС у нас и в южных, и в промышленных районах это все развито относительно. Но с учетом нашей логистики, северной, арктической, наших улусов, это будет немножко сложно. Но это будет проходить поэтапно. Если смотреть, у нас в общем количестве или твердо коммунальные отходы образуются в целом год около 200 тысяч тонн, да, то они практически все идут на захоронение, да, то есть на свалки наши, на полигоны. Если мы вовлечем в раздельный сбор, то, соответственно, у нас будет уменьшиться нагрузка на окружающую среду. В поселке Солнечный Усть-Майского района ввели новый 36-квартирный жилой дом. Все подробности у нашего корреспондента. В самом отдаленном горняцком поселке Усть-Майского района Солнечном по программе «Ветхое и аварийное жилье» построены два 36-квартирных жилых дома. В одном из них 36 семей уже получили ключи от своих квартир и занимаются сейчас их благоустройством. Мы по этой программе сдали первый дом, молодежная 1, молодежная 2. Этот дом уже заселен у нас, там люди 2 года живут уже там. 15 квартир у нас было по выкупу на вторичном жилье. Мы эту программу завершили. Вот все люди выкупили квартиры, и вот 72 квартиры, это этап, я повторюсь, 15-го вот этот год, а тот 16-го года. В новом доме площади квартир по проекту подрядчик сделал больше порядка 10-15 квадратных метров, чем сдаваемое жилье. Это такой проект, и если люди довольны и площади большие, от этого только сегодня все выигрывают. Я проживаю в доме строитель 11, квартира 6 в поселке Солнечный. И вот по программе получаю новую двухкомнатную квартиру. Значит, квартира у меня там порядка 41 квадратного метра. Сейчас я получаю квартиру 58 квадратных метров. Раздельный санузел, большая кухня, лоджия, там нет ни балкона, ничего. То есть сделано очень красиво, очень добротно. Мы довольны тем жильем, которое нам сейчас будет по программе предоставлено. Два 36-квартирных дома должны были сдаваться одновременно, но во втором доме, напротив, со сроком подрядчик не успел. Но все материалы завезены, коробка стоит, утепляется внутри. Подрядчик представляет график работ и, значит, обозначили цифру ему, число 15 февраля мы должны сдать объект этот с подрядчиком. Глава поселка сомневается, что к этому сроку дом будет готов. Но если отопление будет заведено в дом и будут подписаны акты разрешения и определены рабочие моменты, а потом будут актироваться недочеты, по его словам, в апреле месяце еще 36 семей из поселка Солнечный получат ключи от новых квартир. Юрий Таюрский, НВКСХ, Усть-Майский улус. Снизить число дорожных смертей поможет новая стратегия безопасности. Ее пункты обсуждают в МВД страны. Их представят через полгода. Планы глобальные. Через 12 лет число погибших при ДТП должны свести к нулю. По статистике, ежегодно на российских дорогах умирают 20 тысяч человек. По словам экспертов, есть три основных пункта стратегии. Это запрет эксплуатации машин старше 10 лет, ужесточение наказания за езду в пьяном виде и усиленный контроль над проведением технического осмотра. Ну а в эти дни ГИБДД Якутска проверяет водителей-нелегалов. Где полицейские выставили посты и на какие суммы штрафуют перевозчиков, в репортаже Петра Говорова. Я на зеленом лугу тебя жду. Ищут таксистов-нелегалов. Десятки рейсов, сотни нарушений. Междугородние микроавтобусы – главные подозреваемые. Посты ГАИ на зеленом лугу в районе городского аэропорта и Вилюйского тракта.
У первого нет карты для тахографа. Прибор отмечает время поездки, отдых водителя и скорость автомобиля. А приобрести карту где вы можете? Не знаю. Не знает, где купить карту для тахографа и другой нарушитель. Два человека, пристегнуты ремнями безопасности, ну и груз перевозимый получается. Какие нарушения? Нарушение у нас также отсутствует карточка тахографа. Таксист-нарушитель для пассажиров. Не причина отменять поездку. От клиентов у нелегалов нет отбоя. Платят и защищают. Нас задержали. Просто так. Просто так? Да. Почему? Не знаю. Водитель же нарушил. Часто ряды нелегалов пополняют рядовые автомобилисты. Ездят без разрешения, тахографа, путевых листов. Водительских прав категории D нет и в помине. Штрафы за незаконный извоз небольшие, до 2000 рублей. Автоинспекторы, честно говоря, всех не поймают. О бдительности просят граждан. Убедиться, спросить, не постесняться у водителя, спросить, есть ли у него разрешающие документы. В салоне водителя, который осуществляет перевозки пассажиров, должна быть расположена информация о нем, разрешение, если это легковое такси. Армия перевозчиков-нелегалов растет. В прошлом году 217 человек таксовали без документов. На 30 человек больше, чем в 2016-м. Увеличилась и смертность. По последним данным госавтоинспекции, за январь этого года при перевозке пассажиров погибло 5 человек. В связи с этим ГИБДД Якутии начинает масштабные проверки междугородних такси. В Якутске продолжают работу чемпионат по профориентации Junior Skills. В этом году появилась новая компетенция растениеводческой и агрономической сферы. В соревнованиях по садоводству, тепличным технологиям, сельскохозяйственным, биотехнологиям приняли участие 8 команд из разных уголков республики. Агрономия – это такая компетенция, где надо освоить почвы, удобрения, сами растения, как выращивать. Конкурс проходит в 2 этапа. На первом этапе мы делаем 4 модуля. Должны сами определить кислотность почвы, сами высадить и рассадить огурцы. У меня на этом все. Эфир нашей программы продолжат мои коллеги и их постоянные рубрики. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех новостей и событий.